Животноводы Дагестана приступили к перегону скота на летние пастбища. Перед этим весь скот проходит кубку. Отметим, что она является обязательной процедурой при перегоне. Производится противоклещевая и противопаразитарная обработка животных. Всего за время весеннего перегона кубку в креолиновом растворе проходит порядка 150 тысяч овец и коз. В среднем за день моют около 5 тысяч голов скота. После завершения процедур скот перегоняют на летние пастбища. Всего в Дагестане функционирует 8 государственных купочных ванн, через которые должно пройти все перегоняемое поголовье.